Լամինատներին նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը, առաջին լրատվական ուղիղ եթերում կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Շարունակում ենք քննարկվող թեման Հայաստան-Ադրբեջան ձեռքբերված պայմանավորվածությունը, ստորագրված առաջին միջպետական փաստաթուղթը, որը բոլոր ընթացակարգերն է անցել, եւ իհարկե դրա տարածաշրջանային չափումը, մասնավորապես վաղը Վրաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ընթառաջ, որովհետև այս գործընթացները, թե Հայաստան-Ադրբեջան, թե Վրաստանում ընտրություններ, դրանք ունենալու են հետևանքներ ոչ միայն կոնկրետ նշածս երկրներում, այլև ողջ տարածաշրջանի համար եւ նույնիսկ տարածաշրջանից դուրս։ Իսկ թե ինչպիսին, այս և մի շարք այլ հարցերի շուրջ քննարկման համար ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել տաղավար տեսակապով Թբիլիսիից, ում սիրով ուզում եմ ներկայացնել։ Наш сегодняшний гость из Тбилиси Владимир Капчак, эксперт Грузинского центра стратегического анализа. Приветствую вас, господин Капчак. Спасибо, что приняли моё приглашение. У нас мало связь прервалась. Приветствую вас, господин Капчак. Спасибо, что приняли мое приглашение. Мэнк, вон сорта антатвох капу мэнк. Ага. Связь восстановилась. Хотелось бы обсудить с вами, во-первых, вот последний этап в армяно-азербайджанских переговорах, в частности, вот первый фактически за постсоветский период двусторонний межгосударственный документ, который уже прошел все внутригосударственные процедуры и уже вступил в силу. Да, это регламент по проведению работ, по делимитации и демаркации, вообще по статусу армяно-азербайджанской границы. И до этого предшествующие шаги, вот этот визит специального помощника Джозефа Байдена, Майкла Карпентера, соответственно, в Баку и в Ереван, письмо Джозефа Байдена лидерам, которое было опубликовано и в Баку там одно письмо, в Ереване другое письмо. И вот на этом фоне проходит встреча в рамках БРИКС Плюс в Казани. И вот сейчас подписание этого документа, причем примечательны также итоги двусторонней встречи, поручено министрам иностранных дел финализировать согласование текста мирного договора, ну и, возможно, кратчайшие сроки довести до подписания. Фактически мы можем констатировать, что в частности, по переговорному процессу у нас новый этап и новая ситуация. Ваша оценка, господин Капчак? В целом, моя оценка на данном этапе категорически позитивная. Почему? Потому что в очередной раз мы получили подтверждение, что порой информационное измерение проблемы процессов, информационный трэш, если хотите, они порой живут отдельной жизнью от реальных коммуникаций, от реальных процессов, которые происходят по разным трекам, в данном случае на треке Азербайджана армянского урегулирования.
Ну, какие тут, на мой взгляд, главные моменты? Ну, удовлетворена была Москва, что лидеры Армении и Азербайджана встретились в Казани. Вот, и тут уже, знаете, появились даже мемы в плюс с обеих сторон, шутки в плюс, очень редкое явление, а не трэш и кошмар с обеих сторон. То есть там даже отмечается некая химия между двумя лидерами Армении и Азербайджана, которую мы наблюдали в Казани. То есть, ну, странно было бы, если бы они не встретились в Казани. Я думаю, что каждый из лидеров, имея свою, ну, особенно в Азербайджане, отдельную историю по линии БРИКС, ну, ехали, конечно, под встречу с друг с другом. Сейчас это уже, несмотря на аналитику после, можно говорить с достаточной долей уверенности. Развитие, например, позитивного трека в Аскепарской зоне по демаркации, делимитации границы, но оно напрашивалось. Несмотря на то, что разными гибридными методами, что в Баку и что особенно в Ереване, во внутриполитической повестке Москва пыталась сбивать, этот процесс получил свое логическое продолжение. Если я не ошибаюсь, ратификация, не знаю, через парламент, ну, оба президента подписали. Да. Вот двухсторонний договор по границе, назовем его так, чтобы формулировку длинную не путать. Ну, этот вот момент, ну, почему я оцениваю позитивно? По принципу, нас удивить можно только приятно, потому что, ну, буквально накануне визита в Казань это себе представить и по агитпропам обоих сторон, ну, представить это себе было сложно. Мы имеем случай, когда вот, ну, усиливается, пусть и очень аккуратный, действительно, в полном смысле этого слова, двусторонний формат между Баку и Ереваном. Что касается посланий из Вашингтона, мне очень сложно завернуть вот эти инициативы уходящей, кто бы ни победил 5 ноября, администрации Байдена, все вот эти инициативы на разных фронтах, в том числе на, поймите правильно, фронт дипломатический, да, Азербайджан и армянском, как это может помочь, ну, условно говоря, Камале Харрис и так далее. То есть здесь надо узких специалистов по свинг-стейтам в Штатах вот спрашивать, потому что, ну, армянская Калифорния, она за демократами, что бы ни случилось, будет. В Пенсильвании армян особо нет. Вот тут же ж надо не забывать, что параллельно с инициативами администрации Байдена наговорил в азербайджанской логике на 10 бочек арестантов. Մեր կապը մի փոքր ընդհատվեց, կվերականգնվի. Республиканская администрация предпочтительно, вот, а информационный фон вокруг, официально ереванский, назовем его так, отдает предпочтение Камале Харрис. Вот, поэтому вот именно будет подписан этот мирный договор, рамочный, прелиминарный, в ходе предвыборной кампании, до выборов и так далее. Но это нужно прежде всего народам двух стран. Армении, Азербайджан. Безусловно. И далее по списку всем остальным, потому что, ну, предвыборная мировая логика, честно говоря, она уже с леденца надоела. Поэтому дальше идет вот саммит будет КОП в Баку. Здесь отдельный информационный фронт идет, понятно какой. Вот. Я просто очень надеюсь, что вот эти вещи, вот эти претензии обоюдные, часто когда Баку и Ереван в своей логике противостояния должны реагировать на инициативы внешних игроков, идти в их фарватере. Вот. Я надеюсь просто, что это не займет, скажем так, не собьет вот тот тренд, который мы сейчас с вами обсуждаем. Потому что, ну, вы свидетель, я сторонник того, что должна быть, ну, не должна, неправильное слово, лучше, чтобы была подписана бумага из двух строчек с двумя подписями, а потом все процессы там от границы до, грубо говоря, возобновления дипотношений, а не наоборот. Ну, имеем ситуацию, которую имеем, и вот назовем так пограничный или приграничный трек, пусть останется, ну, локомотивом мирного процесса и так далее. Господин Капчак, у вас нет впечатления из содержания письма Байдена, что фактически
вырисовавшаяся стратегия Соединенных Штатов, которая впервые была анонсирована Джеймсом О'Брайеном еще в ноябре прошлого года, фактически дистанцирована от каких-то конъюнктурных влияний вот этого предвыборного характера там, потому что и по содержанию, и по срокам, и именно то, что Байден это письмо пишет, и то, что именно своего помощника из Белого дома он направляет с визитом, фактически не задействовав Госдепартамент. Не говорит ли это о том, что намерение Соединенных Штатов добиться мира – это нечто большее, чем та сиюминутная конъюнктура, которую вы упомянули, да, там Харрис, Трамп, там, я не знаю, армяне, азербайджанцы, симпатии, антипатии. Надеяться, что так это было, и чтобы это дело переросло в преемственность в новой администрации в Белом доме, чтобы не случилось. Ну, искренность в геополитике, тем более в нынешнем турбулентном мире, верится хочется, но не всегда это дело получается. Здесь опять же, на мой взгляд, все будет зависеть от, если хотите, сори за избитый штамп, от политической воли продавливать мирный диалог в двухстороннем формате Баку и Ереван, несмотря на то, что будет нестись в информационном поле. Я просто напомню, я не буду называть порталы и так далее, но накануне визита в Казань, накануне визита там и Карпентера, и представители делегации Белого дома в Баку. Вот, ну, если почитать информационное поле азербайджанское, но не только, но там чуть ли не холодная война была там между Баку и Вашингтоном, да. Мы все понимали, что этого дела не происходит. Вот. Я бы не стал преуменьшать, особенно в кремлевской логике, место подписания вот этой финальной бумаги, будь она ладна. Чуть не сказал неладно, вот. Потому что, ну, Москва действует в логике, никто меня в этом не переубедит, либо подписывайте у нас в присутствии сюзерена, mm-hmm. вот, в России, либо на одной из подконтрольных площадок, там, вспоминаем Алматы, там, ну, в Тбилиси, mm-hmm. сейчас мы в Тбилиси переговорим и так далее. Либо затягивайте по причинам 1, 2, 3, 4, 5. Mm-hmm. То есть мелочность Москвы, она может только казаться мелочностью, и даже в таком треке, в общем глобальном противостоянии, в Москве важно, чтобы этот трек замирения между Азербайджаном и Арменией не состоялся на одной из западных площадок. Если бумага не будет подписана в нынешней временной рамке, которую мы обсуждаем, там, не, там, при содействии Вашингтона, при нахождении... Если это вдруг не произойдет, пока я не исключаю даже появление публичного, хотя не... Айсор капантатумнерове горцум мез мод, мэнк хосумэйнк хаагутэн пайманадри хаванаканцэн масин. Да, я бы здесь все-таки акцент делал на позитивной тенденции, ну, которую... Ну, скажем так, красные линии наоборот, которые уже отступить назад, за которые обе стороны уже не будут этого делать. И почему я на этом всегда настаиваю, и хватит политической воли, потому что, несмотря на всю информационную, скажем так, повестку и сопровождение, я категорически убежден, что в эскалации нету, скажем так, рамки эскалации ни в Баку, ни тем более в Ереване, mm-hmm. чтобы этот процесс как-то на земле срывать военным путем, как бы это кому-то бы не хотелось, и как бы то, какие страшилки в паблике не разгонял. Mm-hmm. Господин Капчук, то, что вот такая потенциальная договоренность между Арменией и Азербайджаном затрагивает не только эти две страны, как бы для этого не нужно особо глубокой аналитики. И то, что это будет иметь региональное измерение и измерение вне региона, это также как бы на поверхности.
Как это изменит, ну, скажем так, региональную среду безопасности, на ваш взгляд? Друзья, попросите связь, пожалуйста, последнюю фразу не услышал. Да-да. Я спрашиваю то, что это будет иметь воздействие и регионального охвата, и внерегионального. Как это отразится на региональной среде безопасности, на ваш взгляд? Потенциальная договоренность между Арменией и Азербайджаном. Я здесь буду резать по-живому, если хотите. Азербайджан-армянский трек, то есть и Баку, и Ереван без абсолютного, без преувеличения несут ответственность за то, что регион Южного Кавказа может стать приятным исключением, островком стабильности в том мировом трэше, который сейчас происходит вокруг. Все регионы сейчас, их можно смело называть перекрестными. То есть, как я вижу этот, никого не слушайте, не будет замирения на украинском фронте с замахом на 25-й год. Не будет замирения, будет только нагнетаться ситуация, запущенная ирано-российским тандемом 7 октября в Израиле. Я сейчас про ближневосточный фронт. Там тоже не пахнет остановкой, договоренностями и так далее. По всем этим трекам будут пытаться вымазывать Азербайджан, Армению и Грузию. С ни с того ни с сего, в кавычках, у Северной Кореи, которая присоединилась официально, в том числе на уровне отправки личного состава в войну против Украины, вдруг появились претензии против Южной Кореи. Тайваньский трек живет отдельной жизнью, Китай, видя с той стороны противостояние со США и Западом, держит в голове тайваньский трек и какого-то общей тенденции на замирение, на... Прости Господи, новую Ялту, особенно в свете поведения Гутерреша в Казани, ну, я не наблюдаю, я вижу только эскалационную, скажем так, линию. Поэтому, опять же, сори за пафос, и на Баку, и на Ереване лежит огромная ответственность, чтобы нас и на Тбилиси, сейчас мы поговорим, лежит ответственность на том, чтобы эти страны в своей геополитической, региональной лиге, если хотите, ну, не стали инструментами, не стали молотками. Потому что я всегда повторяю, что если, не дай бог, загорится в треугольнике нашем на Южном Кавказе где-то, это не будет уже чисто азербайджано-армянская или армяно-азербайджанская история. Вот. И если уж мы это с вами обсуждаем, я надеюсь, точнее уверен, что это понимают в Баку и в Ереване. Очень бы кому-то бы хотелось поджечь и здесь, известно кому, но я все-таки думаю, что ну, здравый смысл хотя бы здесь возобладает. Господин Капчак, давайте все-таки поговорим о Грузии. Завтра там состоятся парламентские выборы. И причем, ну, скажем так, гвоздем программы является именно вот европейский выбор Грузии, который с точки зрения властей представляется как, ну, как бы ничего не случилось, все нормально. Все идет по плану, тогда как оппозиция считает, что все это находится под угрозой и вообще над всем этим процессом нависает мрачная тень путинской России и китайских коммунистов. Мы знакомы и с соцопросами, которые вот недавно опубликованы, с настроениями. Мы видели воскресный митинг оппозиции с одной энергетикой, видели митинги грузинской мечты, ну, скажем так, без такой вот энергетики, да, причем мы люди, занимающиеся политикой, не, или, то есть работающие с политикой не первый год, да. Как вам представляется дальнейшее развитие событий в стране, где вы сейчас живете и работаете? Прошу. Ну, смотрите, мы выборы состоятся уже завтра. Мы сейчас подошли к фазе, когда, как это, день тишины по агитации. Да. Вот. Я бы перед такими выборами, как в Грузии, не только я бы вводил... Айсур. 27 числа. Вот.
Та рамка, ничего нового, в том числе того, что я говорил и в ваших программах, мне сейчас добавить нечего. Вот в каком смысле. Рамка очень четко описана этих процессов, на мой взгляд, как я вижу. По всем соцопросам, в том числе провластным, закрытым. А поверьте мне, главная команда власти в УЗИ очень хорошо владеет ситуацией без относительно того, что выносится в паблик при достаточной явке 60% плюс. Вот, оппозиционные силы, проевропейские силы, вот, набирают больше голосов, чем владная единственная команда. Это медицинский факт. Опасности, скажем так, эскалационный формат событий в Грузии состоит в том, что ни в одной аналитической, скажем так, форме, ни в каких заявлениях никто сейчас не рассматривает вариант, что ну, что ж такого страшного, власть набирает свой процент, меньше, чем оппозиционная будущая коалиция, уходит в оппозицию и дальше работает. Вот самый опасный вариант то, что этой рамки не существует ни в намерениях властей, ни, скажем так, в моделировании любых сценариев в Грузии и так далее. Следующий момент. Дальше четыре оппозиционных силы по разным соцопросам, по всем каким угодно, преодолевают 5% барьер. Набрать больше, чем власть, можно. Преодолев всеми четырьмя партиями, либо вот есть инструментарий у правящей команды, чтобы одна или как две партии, вот всегда я говорил, расценивайте озвучиваемые властью социальные, ну, соцопросы, данные, не как соцопросы, а как намерение, что власть к чему собирается прийти и что оформить на выборах. Вот, ситуация может случиться так, что по озвученным результатам партия, а то и две, не преодолеет 5% барьер. Тут мы возвращаемся к рамке банальной арифметики. Я никогда не пойму, я не буду, чтобы не звучало как агитация и так далее. Да. Оппозиционные партии 3 и 4, почему они не объединились в общепартийный список, для меня это не будет понятно никогда. Я понимаю некоторые процессы, я знаю всякие личные нюансы несовместимости, или, как говорил Фрунзик Брычан, испытание личной неприязни, да, в раскладе оппозиционных сил. Но перед такой экзистенциальной угрозой, вы очень правильно сказали, в Грузии завтра будут не выборы, в Грузии завтра будет выбор между замшелым совком и между европейским будущим. Без малого. Вот. Абсолютно я откровенно об этом говорю. Но даже на таком фоне оппозиционные силы, ну хорошо, хоть 4 отряда идет, громких, вот, а не больше. Поэтому по какому пойдет сценарию, ну самый базовый из них – оппозиционно настроенные граждане в своем большинстве не воспримут озвученные результаты выборов. Сценарий, когда будет то, что произошедшее на участках, будет соответствовать озвученному, ну, я не рассматриваю, вот, но, опять же, возможен вариант, что нас удивить можно только приятно. Но, подчеркиваю, я нигде не видел, что на это кто-то как-то где-то рассчитывает. Поэтому в Грузии, я думаю, на утро 27 числа все только начнется. Власть запустила преднамеренно вот эскалационную рамку, подчеркиваю, в формате не разворота с западного или европейского курса, а оформление давно совершенного этого самого разворота и оформление чужими руками, руками Запада и так далее. Вот последний, на мой взгляд, вопиющий. Слова поддержки это и это Бузиашвили и Софа Гилава, вот это лучшие специалистки по российским гибридным, если хотите, в Грузии, в том числе на процессы выборов и так далее. Никто не объяснить с политтехнологической даже точки зрения, зачем накануне голосования проводить такие мероприятия. Накануне озвучивания или презентации доклада, исследований достаточно серьезного о влиянии Российской Федерации. Капи ընդհատումները թույլ չեն տալիս ամբողջական. Ահա, так. Господин Капчук. Может иметь для властей только обратный эффект.
И в заключение, вот болгарский, известный болгарский журналист Христо Грозев на одном из средств массовой информации балтийских стран выступил с заявлением о том, что у него есть данные о подготовке России масштабного гибридного вмешательства в избирательный процесс Грузии. Причем с такой волной с кампанией дезинформации, там будут провокационные заявления на информационном поле, чтобы подготовить почву или атмосферу, гальванизировать для провоцирования каких-то насильственных действий в том числе. Мы имеем опыт прошлого воскресенья в Молдове, да, когда проходили там и референдум, и президентские выборы, и по оценке и молдавских властей, и Брюсселя, и Вашингтона произошло просто абсолютно грязное и масштабное вмешательство России в этот процесс. Как вам кажется, насколько это будет работать в Грузии завтра, если такое будет, на ваш взгляд? Прошу. Оценка выборов в Молдове требует отдельной передачи. Я здесь хочу в очередной раз призвать не проводить вообще никаких аналогии между происходящим в Грузии и в Молдове. Это, честно говоря, уже немножко начинает раздражать, потому что человек маломальски знающий молдовские реалии и грузинские, просто банально понимает, что здесь все наоборот. Все наоборот. Да. От настроений в обществе до власти. В Молдове мы получили ситуацию, когда команда Майи Санду, сектор обороны и безопасности, силовики Молдовы, даже в Молдове должны начать поработать. Они не смогли создать условия для себя, для проевропейской власти, для проевропейской части общества, не смогли предотвратить фальсификации. Это медицинский факт. А здесь зеркальное, здесь опять же стоит формат референдума, который по формату оппозиционные четыре партии, я считаю, провалили. Но, как вы говорите, слово «выбор», здесь оппозиционно настроенное большинство голосует за Европу и за европейский курс. Это вот такой ликбез, и поэтому тут никаких аналогий. По поводу сказанного Христо Грозева, но тут, понимаете, с его весом, с его, скажем так, репутацией, с его бэкграундом, он просто немножко добавляет веса и перчинки в происходящее. Потому что в моей рамке он ничего нового не сказал. Весь этот предвыборный период, от заявлений Нарышкина до клерков кремлевских пониже, все эти информационные вмешательства можно было потрогать руками. Начиная от работы в рядах релокантов, заканчивая прямые заявления там, коллективной Маши Захар. Тут опять же другой вопрос, и никаких аналогий с Молдовой. Зачем эту лошадку, абсолютно ту же самую лошадку, оседлала власть. И взяла, кстати, работающий принцип, что либо мы у власти, либо война. То есть она не ставит вектор туда или сюда. То есть вот такой референдум они обозначили, он максимально информационно поддерживался из Москвы. Тут ничего нового. Ну и самое главное, сказанное в формате Криста... при власти, сколько сохранений ее в максимально ослабленном состоянии. То есть ставка на хаос, она самодостаточная и базовая в Кремле. Инструменты только разные. И здесь подход абсолютно аналогичный, что к Армении, что раньше к Украине, Молдове и Грузии. Вот в чем вопрос. То есть они ставят на победу правящей команды, но ставят на победу в максимально ослабленном и токсичном для всего остального цивилизованного, если хотите, мира. Ցավ կարևոր պահին կապի ընդհատում է տեղի ունենում. Да, последнюю фразу можно повторить, заключительную часть? Да, и мы абсолютно логично обсуждаем формат китайско-российского влияния или воздействия на эти выборы, когда
упрощенно выглядит, Москва ставит на грузинскую мечту, а на самом деле она ставит на сохранение ее при власти в максимально ослабленном состоянии, максимально токсичном состоянии для западного цивилизованного блока, если хотите. Вот это главная цель. Поэтому здесь я охотно верю, что в две или в четыре руки провокации могут быть и наоборот, из разных рядов. Чтобы кризис, власть сохранилась и преодолела, ну, я не хочу говорить, чтобы не накаркать слово кроваво и так далее, но эту угрозу можно потрогать, она нависает, это медицинский факт. Да, действительно, ситуации в Молдове, в Грузии, в Армении, это совершенно разные ситуации, но их объединяет одинаковое желание России именно идти на такие шаги, которые будут просто в сухом остатке оставлять после себя ослабленные государства, готовые к поглощению. Вот в этом. Да, да, Рубен, вот тоже несколько ремарок опять. Да, пожалуйста. Что торговали российские силы Петрушки в Молдове? Угу. ЕС или нейтралитет? Да, под нейтралитетом им было это самодостаточный посыл, что это российский вектор, их это устраивало. Кто, никто не скажет, что единственная реально нейтральная страна, юридически международно закрепленная Австрия с 1955 года, впоследствии много лет является членом ЕС. Конечно. И так далее. А в Грузии НАТО и ЕС прописаны в Конституции. Вот и поэтому я говорю сейчас, что сейчас все побежали кричать, что это провал. Провал ума и санду в Молдове, но извините, пожалуйста, для такой как страны, как Молдова, 50 с копейками плюс за евроинтеграцию, в таких условиях полностью открытых дверей для российских спецслужб, и они набирают 50 с копейками, это очень много. Конечно. Это очень много. Да. Парадокс ситуации в том, проведи сейчас по армянским, подчеркиваю, правилам, армянским правилам, честные, плебисцит, я знаю, вы являетесь его сторонником, а европейская интеграция Армении, голосов будет больше, чем в Молдове. Меньше, чем в Грузии, но больше, чем в Молдове. Да, я вам ответственно заявляю. Уже? И Никол Пашинян об этом хорошо знает, и будучи в своей рамке отношений с Москвой и в своей предвыборной логике на 26-й год, он поэтому не решается проводить этот самый референдум. Угу. Потому что все прекрасно знают результат. Угу. Вот. Вот и все. А в Грузии ситуация, перевернутая пирамида или там наклоненная пирамида, у них в Конституции записано ЕС и НАТО, 76-80% за европейский и евроатлантический курс. Вот. И эти голоса сейчас будут давить, пуская, модерируя, не пропуская, 4 оппозиционные партии в парламент. Вот как-то так. Спасибо, господин Капчак, за очень важные ваши наблюдения и оценки, которыми вы поделились с нашими телезрителями. Всех благ, мира и победы свободной Грузии, скорейшей победы и мира Украине. Слава Украине! Всего доброго! Героям слава! Рад был встрече! Всего доброго! Ահամենք լսեցինք մեր գործընկերոջը Թբիլիսից, վրացական ռազմավարական վերլուծության կենտրոնի փորձագետ, ուկրաինացի քաղաքագետ Վլադիմիր Կոպչակին, իր դիտարկումներով կապված մեր տարածաշրջանում ծավալվող վերջին իրադարձությունների հետ. Կարճ դադարից հետո կվերադառնանք, մնացեք առաջին լրատվականի հետ.